И снова здравствуйте, и снова пятница. Новая притча. Однажды на уроке ученик задал вопрос учителю. «Скажи, учитель, в чем смысл жизни?» «Чьей?» – удивился учитель. Ученик задумался на минуту и ответил. «Вообще, человеческой жизни». Учитель вздохнул и сказал. «Давайте порассуждаем вместе. А как вы думаете?» Один из учеников поднял руку и сказал, «Наверное, смысл жизни в любви?» «Неплохо», — ответил учитель, «неплохо. Но как ты думаешь, на склоне лет этого достаточно, чтобы человек подумал про себя, я не зря прожил эту жизнь?» Другой ученик поднял руку и сказал, «Наверное, смысл жизни сделать что-то великое на века. Вот как ты, учитель?» «Ух!» Удивился и рассмеялся учитель. «Если бы я тебя плохо знал, я бы подумал, что ты мне льстишь. Я думаю, этого совсем недостаточно. И это не о том». Третий ученик неуверенно произнес. «А может, ну его этот смысл жизни?» «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался учитель, – «поясни». «Ну не стоит искать этот смысл жизни. Во-первых, точного... И определенного ответа никто не даст, и никто не знает. И будешь мучиться все время, тот ли это смысл, не тот ли этот смысл. И, во-вторых, всегда найдется кто-нибудь, кто тебе скажет, что нет, ты не там ищешь. И все, так и проведешь всю жизнь в поисках и в расстройствах». «Верно мыслишь», — ответил учитель. «Тогда что получается? В чем смысл жизни?» И ученик произнес, «В самой жизни». «Это, я думаю, правильный ответ», — сказал учитель и кивком дал понять о том, что урок закончен. Я желаю вам жить и получать удовольствие от жизни и не искать смысл жизни, так как смысл жизни в самой жизни. Всего доброго!